Я сделаю ее на украинскую мову, чтобы можно было как бы более понять, о чем я говорю. Наш шлях не, не мой, ваш шлях не мой. Чем можем мы доверять путям Бога? Другими словами, ваш путь, это Исаия, не мой. Немец он не, не мой. Не мой, не, да. не, не, не мой путь. Но можем ли мы доверять путям Божьим? Вы не видели, не слышали и не представляете себе, что Бог приготовил для вас. Эту фразу очень часто мы используем. Не приходило это на разум человека, что Бог э, приготовил кому? Тем, кто его любит. Есть, есть люди, которые Бога ненавидят. Если у вас есть такие люди, может быть, потом консультировать вам нужно. Но, но все-таки, что значит для тебя и для меня это выражение? Что значит для страны, в которой мы живем? Что значит, что не видел ни ты, ни я, не слышали то, чего но, э, Бог приготовил для тех, кто его любит? Что вообще-то значит для нашей страны, в которой мы живем? Я скажу так просто: абсолютно неизвестное предположение. Вот так. Вот если вам сказать эти слова, вы скажете: "А не знаю". Вообще, что значит для нашей страны, абсолютно, то есть неизвестное предположение. Но всегда хочется, чтобы это было хорошо и прекрасно. Вот когда мы говорим об этом, об этих вот фразах что не приходило то на разум человека, не слышали, не представляли себе, что Бог приготовил для вас. И для нас, естественно, человеку, который сотворил Бог, нам, естественно, предполагать все, все то, что он хочет для нас, должно быть хорошо. Кому? Мне. Мне должно быть хорошо. Так устроен человек, которому дано было созидать и управлять Божьим Садом, Божьим Царством, Божьим Садом. Он ни в чем не нуждался, кроме единственной вещи общения с Богом. Вы должны понять эту ситуацию, что именно таким образом мы мыслим. По этой причине у нас с вами подсознательно прописано, что ничего не должно нам помешать нашему счастью, что ничего не должно мешать. Мы так устроены на благое на, прекрасное, на удивительное. Мы не были созданы для зла, мы не были орудием зла. По крайней мере, нам всегда хочется, чтобы было по-нашему, по-хорошему. Вчера внезапно умер человек, которого мы обязаны весьма многим. Он с супругой не раз и не два приезжали в Одессу. Учитель нашей библейской школе, пастор, предприниматель, друг Израиля, очень сильный молитвенник и очень любил Украину. Человек Божьего Царства. Когда был фестиваль в 2015 году, они неожиданно приехали, даже нам не сказали, чтобы просто молиться за меня с Татьяной. И я вам скажу так, честно, что эти молитвы достойны этого было. То, что мы проходили, особенно Татьяна, через все, как администратор фестиваля, эти молитвы стоило того. Люди просто почувствовали побуждение и приехали. Знакомый этот человек? Отошел вечно вчера Кёрк Хортон. И в мое сердце просто разбито. Очень больно, неожиданно. Возможно, и у вас были случаи, которые вас вдавили в ступор, ввели в ситуацию, как бы полного, э, наверное, тупика. Бывает такое у вас нет? Такие вещи, которые ты не знаешь, что вообще делать, обстоятельства, которые неожиданно меняют весь курс вашего будущего. для нашей страны в феврале 22 года мы четко знаем, что все изменилось. То, что мы надеялись, будет долгосрочной, дружественной, взаимное понимание отношений, наверное, представляют себя вообще сложные переживания, и с этим нужно будет бороться. Нам нужно будет бороться внутренне с пониманием того, что вообще мы пережили и то, через что мы проходим на сегодняшний день. На сегодняшний день. Послание к римлянам, 11 глава, 33 стих. О бездна богатства и премудрости видения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы, что пути. А эти пути невозможно просмотреть. Невозможно просчитать. И Бога, по сути, невозможно переубедить по своей человеческой воле, чтобы Он был на твоей стороне. Лишь по одной причине Он это делает, потому что Он тебя любит. И как к сыну или дочери, Он к тебе относится нисходительно, с любовью принимает тебя таким, как есть. О! Я украинскую мову зараз читаю. Яка... Незрівнянна велика щедрість Божа, яке багатство знань, яка глибока мудрість Його, які непередбачені суждення, незбаганні шляхи Його. От Не «непередбачено». Не, ти не можеш просмотрети или іменно Його суждення, Його намірення. И вот как в таких непредвиденных обстоятельствах вести себя, когда у тебя все в жизни меняется таким каким образом ты не хотел? Как следовать путям? Потому что Писание говорит, ваши пути не мои пути. Ваши мысли ⁇ это не мои мысли. Я зачитаю это место Писания, потому что оно говорит о покаянии, оно говорит о рассуждении, но все же как доверять Богу? в его путях, в обстоятельствах, в которых мы живем. Или проходим. Возможно, это временно, возможно, это уже долгое состояние, но неожиданно. Неожиданно у нас меняются правила мобилизации после 18 мая. И некоторые люди у нас уже на себе пережили действие этого закона. И меня ко всему, знаете, этому очень много вопросов. Личных вопросов, как пережа, как пастора, служителя, как э, человека, который которому не все равно судьбы людей. Но вопрос стоит в чем. А можем ли мы доверять самоотверженно Богу, Богу в Его путях? Доверяем ли мы? Потому что мы не знаем всей, всей, всего плана Бога. Богу не нужно нам отдавать отчет каждое утро, что Он хочет делать с этим миром. Все написано. Мы иногда не понимаем. Я точно не знаю. И неизвестно мне будущее. Я благодарен Богу за это, что мне неизвестно будущее. Меня часто спрашивают, что ты можешь предположить. Я только могу видеть, присмотреть, как через стекло гадательное, и желать самого лучшего, самого прекрасного. Потому что так устроена моя природа. Божья природа. Мы не хотим зла. Мы хотим, чтобы было хорошо, добро, прекрасно. Это было у нас в семье, мы расцветали, процветали. Мы были счастливы, улыбающимся на улицах. Мы этого хотим. В данной ситуации как я точно не знаю. Это меня пугает, что ждет нас впереди. Я не говорю только о вас с нами. Я говорю весь мир. Потому что то, что происходит в мире, это просто большой-большой балаган, с которым нужно потом еще Богу разбираться, хотя Он сам все знает. Но я хочу вам сказать, что в далеком 1985 году меня пугало неизвестное. Когда призвали меня в советскую армию, из которой можно было не вернуться особенно верующим людям. Вы знаете, кто был в армиях, да, там, в советской особенно, дедовщина, издевательство, да, унижение. Всего, особенно верующий человек, когда ты... Когда, ты просто стоишь в вере, и ты понимаешь, что убийство – это не твоя часть жизни. Мне нужно было сделать выбор основательный, который был базой для меня в моей вере. Внутреннее убеждение веры, которое Бог дала мне, я, мне пришлось раскрыть. Я рассказал на призывном пункте, кто я и во что я верю. В ответ я услышал слова, которые до сегодняшнего дня остаются эхом в моей голове и понимание системы, в которой мы жили тогда. Мне сказал тогда майор, ты все равно умрешь тунда. И я понимаю, что вот этот момент, знаете, вот такого коммунистического, идеологического нежаления людей, не сохрани людей, остается в сегодняшнем мире, в котором мы живем. В то время подпольная община, то церковь молилась всю ночь за меня и мне, оставалось ничего, кроме того, чтобы довериться Богу в этом путешествии жизни. У меня другого пути не было. Детали я не буду говорить, но отвечу единственное, что в то время не было такой геноцидной, братоубийственной войны, которая идет сейчас в Украине. И вот это сложно понять. Единственная моя реакция в то время и сейчас банально проста. Моя вот сейчас реакция на все происходящее. Мне это абсолютно не нравится. Никому не нравится война, никому не нравится экономика, никому не нравится наше состояние, э, которое у нас blackout, и нету света, нету чего там еще, воды или каких-то еще. Абсолютно. Я не находил людей, которым нравится это. Мне не нравится. Но я хочу доверять Богу. Я говорю, Господь, я доверяю Тебе, так как Ты в контроле всего происходящего в этом мире. Сложно? Абсолютно сложно. И вот я читаю вам Исаю, 55 глава, с 6 по 9 стих, если смогут там высветить или нет. Сегодня не все у нас в команде. Но я украинскую мову, иметь было дуже приятно зачитать это. Шукайте Господа, доки знайте еще можно. Ищите Господа, пока его еще можно найти. Обращение к людям всего мира. Это фактически обращение к Израилю. Представьте себе, что Бог говорит, слушайте, люди, дорогой мой избранный народ, я вас так люблю, но ищите меня, пока еще возможно найти. У меня вопрос, а что будет время, когда невозможно будет найти? Будет. Будут искать, ходить от севера до юга, от востока до запада, будут искать Слово Божие. То есть, будут, хотят услышать от Бога Слово назидания. И что Писание говорит? Не найдут его. Поклычься, пока еще близко Вин. Знаете, когда бывает так, ты кричишь, человек недалеко, и он обращает свое внимание, а когда он далеко-далеко, твой голос не доходит до него, и он дальше идет. А еще если есть какой-то посторонний шум. Безбожники, нехай припинять зло творить. Зловместникам, хай Викинуть з голови лиха, лихі думки. До Господа нехай повернуться. Він дасть їм милосердя до Бога хай повернуться, бо Він пробачить їм провини щедро. Он всі гріхи простить, щедро їхні ошибки. Ніхто не може розуміти Бога. Скажите, никто не может знать или понять Бога. Я не могу. Я хочу, чтобы вы понимали эту простую вещь. Мы зависимы от Него, но мы не можем Его понять, досягнуты, да, так, разумить Бога. Господь каже, мои думки, отличие от від ваших. Шляхи, которые вы идете, то не мои шляхи. «Як небо выше, ніж земля, так шляхи мои выше ваших». Такие думки мои э, витают высоко над вашими думками. И у меня был вопрос. Можем ли мы доверять, как верующие люди, Его путям? И он говорит? Ваши пути, вещи, которые вы делаете, как вы делаете, как вы считаете нужным для вашего личного блага, они ваши, но это не мои пути как вы решаете вопросы, я так не решаю эти вопросы. Это обращение ко всем. И к нам, и к правительству, ко всем, кто имеет какое-то отношение к нашей жизни. Проблема. Услышите сейчас цитату, которая, надеюсь, вам поможет. Плохо там стало, да? Дайте, пожалуйста. Все, дайте воды попить. Проблема, ситуация или беда существует в этом мире не для того, чтобы нас остановить в нашей жизни. Услышьте простую вещь. Проблема и ситуация, в которую мы попадаем, не для того, чтобы нас лично остановить на нашем пути. Не для этого. Но для того, чтобы нас провести к нашему предназначению. Ситуации, происходящие с нами, не останавливает, а становится путь, к которым мы идем к тому призванию, которое Бог имеет для нас, к тем вещам, которые хочет, чтобы Бог, чтобы мы использовали. В Евангелии от Марка, 6 глава, вы можете почитать, там очень много событий, но там очень интересная есть вещь. Ишуа учил народ неподалеку, неподалеку от Капернаума. Кто из вас был когда-нибудь в Израиле? Это Наташа была, и еще многие люди были. Те, кто не был, я советую после войны все-таки собраться и поехать туда, посмотреть там, где жил Ишуа, где он учил, где он ходил, где происходили все перемены, которые, которым мы благодарны. И вот недалеко от Капернаума, на возвышенности Ишуа учит людей и учеников, и собралось там много людей. Вот что происходит следующее, мы эту историю все знают. Видя, что уже поздно, и людям хочется покушать, а если бы даже не пошли куда-нибудь там купить-то в те времена, так на пять тысяч мужчин этого не хватило бы, Ишуа предложил своим ученикам накормить людей. Рассказал им, как это сделать, после чего они смогли не только накормить пять тысяч мужчин, не включая женщин и детей, но и собрать 12 корзин того, что осталось несъеденным, имеется в виду, не надкусанным, как у нас бывает, что, что надкусыв, то как бы... Да, что, да, чтобы не отдать другому. А именно остатков 12 коробов. Думаю, что радость от пережившего вот, у людей, она была уникальна. Даже чтобы, как у нас, да, мы думаем как накормить людей, когда у нас, мы накармливаем людей, у нас еще остается, мы говорим, вау, мы не ожидали. А тут еще как бы, ситуация, 5000 мужиков, еще не считая детей и, и, и женщин, и у, на глазах у этих учеников происходит чудо. Чудо, наверное, перепол... самое удивительное, потому что оно также было равно тому чуду, которое они пережили с самого начала. Недалеко от Капернаума, между прочим, это все происходило. И там две полные лодки э, остались на берегу. Если помните, когда призвал Ишуа учеников, полные лодки, когда не должна была рыба вообще ловиться. Люди говорили, говорили и э, убеждали Ишуа, что мы всю ночь ловили и ничего не поймали. Но сделаем это такое же чудо. И вот что происходит? Эту историю я говорю не для того, чтобы рассказать, какая она была, но вдруг в этой отрывке Марк пишет очень интересное. Внезапно все меняется. В то момент, когда изобилие, радость, чудо произошло, удивительные вещи, пять тысяч мужиков накормлены. Вы понимаете, если мужик голодный, это беда какая-то такая все. То есть это, 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 а дети, это, это, это тоже кошмар. Понимаете, да? Все, и сами ученики говорят, слушай, чудо, накормили людей баста. Знаете, можно отдохнуть. И вдруг, вдруг Ишуа говорит: надо ехать, надо плыть. Ишуа просит ученика переплыть на другую сторону озера. Это 6 глава, 42 стих. Если и ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба, и осталось от рыбы 12 остатков от рыбы 12 полных коробов. Было всех же э, евших хлеб 5000 человек, мужчин. 45 стих. В тот час, скажи соседу, в тот час. Как быстро в тот час? Скажите, как быстро в тот час? Один час. В, в один час они... Да, в тот час, в это время. И, имеется в виду сразу. Они им наелись, сыты, довольны, радость Святого Духа, да, там как бы чудо произошло, слава Богу, это самое, еще собрали покушать с собой в дорогу. Да, И он говорит, надо ехать. Возможно, для вас, когда мы читаем эту историю, записанную Евангелистом, мы не подозреваем, что именно там происходит нечто. Что может показать нас, нам на ситуацию, которая оборот речи интересный, что еще принуждал их поплыть на другую сторону. Слово "принуждал" это еще означает заставлял, вынуждал, именно вот понуждал, убеждал, убеждал. То есть говорит, вам сейчас право ехать. Знаете, о чем он говорит? Не потому, что он там упрашивал, а потому, что они не хотели никуда ехать. Вот тут у нас и хлеб, и рыба, и люди, и спать. Нормально, как бы. Куда ехать, рыба Ну, что тебе? Куда? Знаете, у нас люди всегда, как бы, со мной когда спорят, говорят, ну, зачем? Ну, вообще-то, ну, зачем вот тебе нужно? Это вот, кто, знаете, вот косвенно это все указано на то, что нежелание учеников куда-нибудь плыть и вообще собираться что-нибудь делать. Да нам и здесь хорошо. Я очень знаком с таким чувством, когда ты ничего не хочешь делать, особенно когда тебе просит жена, а у тебя большущая лень, у тебя какая-то всегда отмазка какие-то, знаете. Тут это не так, тут это не И же думаешь, Таня, Пожалуйста, ну не трогай меня, мне и здесь хорошо. Понимаете, да? И я, я конкретно вот, вот с ними их солидарен, знаете, никуда. И, он, и Иешуа умоляет. И отпустив их, сам пошел на гору помолиться. Другими словами, так, мужики, вам нужно ехать, и я, мы встретимся там. И посылает их в один специальный город. То есть, и, 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 а сам пошел помолиться. Не странно ли это? Типа вы едете, а я буду здесь. Вечером лодка была посреди моря. То есть какое-то море, там, как у нас Лиман. Посреди Лимана Хаджибеевского. Увидел их бедствующих и в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи пошел к ним. Идя по морю, хотел их проходить мимо. Как у нас бывает, да? Місяць приїжджав мимо Одеси. Ну, приїжджайте. Ми вже заканчиваємо за них ідею. Українською мовою. Коли ж він побачив, як вони вислуванням мордуваються. Мордуються, так? Бо вітер їм був супротивний. О четвертій стражі ночі, пішов він до них по морю. Идут хтив их тменувати. Вот это очень интересное слово. Украинское. Мне так нравится, вот какие-то такие слова, когда я мордувалась. Как будто они... Да. Но вот слово, когда увидел, можно еще перевести, как он созерцать, смотреть, глядеть, знать. Познавать. Когда, когда он все видел, он знал, что они были в проблеме. А знаете слово, которое бедствует, как там можно перевести это слово? Пытать мучать. Когда он знал, что они мучаются, плывут против ветра, сорвалась на них буря. Молился, молился, потом говорит, ладно, пойду, но пройду мимо. Если не брать во внимание, что эти молодые люди, весьма суровые рыболовы, опытные, наверное, не раз, не два попадали в морской бой, вернее, в бурю, их опыт не способствовал управлению лодкой. Бывает так? Вы как опытные люди, вы как верующие, вы знаете, куда вы плывете, вы знаете, что вы хотите. Вы гребете, 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 а вам противный ветер. И ничего не получается. Мы говорим, это пытка, это не жизнь, это пытка целая плыть против этих бурь. И тот факт, что Ишуа принудил их, он заставил их отплыть, указывает на то, что он преднамеренно их отправил туда, куда они не хотели. Слышите меня? Ишуа преднамеренно знает, что они будут мордуватыся с этим ветром. Против, против ветра идти, да? Знаешь, что так будет. Посылает их туда, куда они не хотели идти, не хотим. Он заставляет их э, двигаться. Вопрос умным людям. Знал ли он, куда он их посылает? Вы умные? Хорошие, красивые? Туда, где буря, страх, где можно было лишиться жизни, где тебе... Никому, некому помочь, кроме Бога самого. И он знает. Вывод очень простой и банальный, Ишуа знал, что так будет. И все же посылает их в страну по имени Ветсаида. Какому всему этому значению? Надеюсь, вы чего-то ничего не заметили. Он хотел мимо пройти, мимо тонущей лодки, мимо объятых ужасом учеников, опытных, между прочим, рыболовов, мимо тех, кто был не только опытный, но и не раз, и не два, наверное, тонули в, этой, в этом море. Кошмари были, ужасы, кричали, орали. И знаете, какой интересный мой, мой вывод? Что это за Бог? который тебя посылает туда, куда ты не хочешь, зная заранее, что ты будешь кричать, орать, пить, и еще проходи, пройдет мимо. У меня вопрос, зачем все это? Ответ? Хотите слышать? Он бы их не заставлял, если бы не был уверен, что они все это преодолеют. Интересная вещь. Бог никогда не заставляет тебя что-то делать, если он не знает, что ты это преодолеешь. Ты сможешь это сделать. Хотя это сложно и, 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 и тяжело. Могу еще добавить, для того, чтобы мы ободрились, Бог принудительным способом вытаскивает нас из комфорта, в котором мы живем. Самоуверенности, нежелание что-либо менять, а от и безопасного и спокойного состояния в, лодке, в лодку жизни которая бушует в этом открытом океане. И для нас, верующих, нонсенс, вообще непонятно, как любящий Бог может этому позволить. Как любящий Бог принуждает тебя быть там, где только Он знает, что будет происходить. Ты нет как любящий Бог принуждает таким событиям вообще происходить, что касается каждого из нас. Я точно уверен в том, что любящий, любящим Его все содействует ко благу. Даже когда мы не знаем, чем завершится тот или иное событие. Все содействует ко благу. Мне кажется, что Бог знает, что я доверюсь Ему в Его пути. И я преодолею тот путь, куда он меня направляет. Я с этим справлюсь. И, возможно, мне не нравится этот путь. Бог говорит, ваши пути, не мои пути. Как вы решаете вопросы, я так не решаю. И мне кажется, что именно Бог делает это все для того, чтобы мне не понравилось. Чтобы я почувствовал свою зависимость от Него. И, возможно, этот процесс, не курорт, который мы ожидаем, делает меня по-настоящему по верующим в Бога-человека. Именно этот процесс, не изобилие или ваш какой-то финансовый э, успех делает вас по-настоящему верующим человеком. А только самое сложное испытание, когда мы доверяемся ему, и, и он нас направляет в те времена. Мы по-настоящему становимся верующими людьми, когда события, как море бушующее, колыхается вокруг нас. Если это событие, в котором я оказался в 1985 году, остановило бы мое предназначение на этой земле, тогда я уверен, что Бог бы не принудил бы меня войти в ту лодку испытания, в которой я был. Причем испытания до момента, где можно было потерять свою жизнь. Я не буду касаться моей жизни, когда тебя за веру, которую ты веешь в Бога, тебя убивают, тебя э, как бы, э, терроризируют, вы э, под пытками и все остальное, для того, чтобы ты только отказался от него. Так что огненного испытания для нашей жизни не чуждаемся. Друзья, не чуждайтесь. И не удивляйтесь, как, знаете, некоторые люди, которые удивляются, почему такая жизнь попадает для нас. 49 стих. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и закричали. Я бы тоже так кричал. Когда ты не ожидаешь, он же там, на горе, молится. Ибо все видели его и испугались. И в тот час я говорил с ними и сказал им. То есть он видел, что они кричали, орали, и он сказал чем потихо, тихо, тихо по-одесски, по спокойно, это я, не бойтесь, вас никто не убивает. Это я, не бойтесь. Вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Они удивлялись. Слушайте следующее. Ибо они не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменело. Окаменело это недоступное к мышлению, что Бог может делать в этих обстоятельствах совсем другие ситуации. Вы понимаете, да? Чудо с хлебом они увидели и не хотели никуда ехать, не хотели никуда плыть. И Он принуждает их в путь, который только Он знает, что с ними будет. Они не знали. Вера это доверие Богу, когда нет смысла в происходящем. Есть какой-то смысл в этой войне. Но нам нужна быть вера в Бога, которая все исправит. Нет смысла происходящего сегодня в мире противостояния народа-народа, конфликтов, континентов. Люди просто сегодня оружием груцают, показывают, что могут сделать. В космос летают, уже там хотят все сбивать, и, и ракеты, самолеты, что угодно. Есть ли какой-то вообще сенс, происходящий, смысл на фронте? политической, комической обстановке. Есть этот смысл. Сенс для нас нету. Но вера в Бога приводит нас к цели, которая нам еще не открыта и не видна. Она нам не видна. Их сердце было безчувственным к событиям, куда их направил Спаситель. Верить Богу, который забрал из благосостояния, то есть благого места, с места успеха и чуда, шквальный шторм, который способен разрушить тебя. Это самое сложное в нашей жизни, но необходимое. К чему я? Самое сложное. Когда ты знаешь, что ты создан для комфорта, Эдемского сада, общения с Богом. И вдруг среди этого комфорта, успеха, мира, благополучия, Каких-то надежд, грез, смешно, свадьбы и так далее, праздники. И вдруг из-за комфорта Бог тебя перемещает туда, где тебе не по душе. Ты начинаешь орать, кричать. Боишься, хотя ты опытный верующий человек. Ты опыт, ты знаешь местописание, которое можешь да, провозглашать, стоять на нем. И эти места писания можешь написать на, на дверях, косяках своего дома, на холодильнике, где угодно, чтобы только говорить и, и все. И вдруг Бог говорит тебе, а твои пути? Мои пути. А твои мысли? Мои мысли. Знаешь ли, что я имею для тебя? Не приходило то тебе на ум или на сердце, что я приготовил для тебя. А нам кажется, что только добро. Нам только добро нужно. Он говорит, между тем, что ты сейчас, и тем добром, который ты хочешь быть, у меня есть путь. Дерех. Путь. И этот путь показано. 45-й 45 Псалом, 11 стих. Остановитесь. Познайте, что я Бог. Кому из вас были такие мысли? Мне нужно остановиться в своих кошмарах, в своей панике, в своих ситуациях, в своем происходящем тут ЦВК, э, мобилизации, всех этих вещей. Бог говорит, остановитесь и узнайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Он говорит, когда вы остановитесь и передадите ваш путь мне, то я буду превознесен. Хотите слышать несколько еще других интересных переводов это же местописание? Вам может так интересно? Уймитесь знайте, что я Бог. Я возвышусь над народами, над всей землей. Другой перевод. Отступите и осознайте, что я Бог. Превознесен буду среди народов, по всей земле превознесен. Говорит Господь. И Господь говорит, умолкните и знайте, я Бог, Ученики орали, кричали, вопиили, наверное, кошмар им кто то снился, что там происходящее вот среди этого моря, да, чего они раньше не переживали. И видели еще Иисуса, проходящего мимо, они вообще орали. И он говорит эти слова по -сфотически. Умолкните, закройте рот. Шекет бы вахажа, пожалуйста. Узнайте, что я Бог. Украинскую мову. Вгамуйтесь, будь ласка. Да знайте, что я Господь. Вгамуйтесь. это не в гамах завернуться. Представляете себе вообще такой разговор Бога со своими людьми, своему Израилю? Хотя он никогда не пройдет мимо, но при этом просит остановиться и не возмущаться, когда... Кажется, что все пропало. Жизнь на волоске. Когда кажется, что все пропало, жизнь на волоске, говорит, успокойся, вгомуйся, Тихо, хоша, спокойно, спокойно, не надо возмущаться. Важно еще заметить, что в этой истории то, что Ишуа направил их в Ивсаиду, да? но буря их и обстоятельства причалили их абсолютно другому месту. Мы иногда не читаем так. Он говорит, вы плывете в Вифсаиду. А приплыли они, потому что шторм не умолкал, приплыли, приплыли они в другое место. И переправившись, они стали на якорь и высадились в Генесаре. Там в Генесарецком еще месте написано, Генесарецкое поля. Это именно вот мессианский перевод, Марка 6 глава, 53 стих. Неудивительно и факт в том, что, что он сдвигает первоначальную цель и пришвартовывает то, что там, где хотел пришвартовать тебя Бог. Иногда у тебя путь, ты знаешь, что Бог тебе сказал, вот нужно туда. Ты не хотел, ты сопротивлялся, сдался, ладно, пошел. Буря, ситуация и так далее. И ты не попадаешь в то место, куда тебя направил Бог. А попадаешь Абсолютно в другое место тебя туда сдвинул шторм, которым руководил Бог. Если вы меня услышите, очень интересный момент. Бевсаида буквально «бейт, сада, «бейт сайдан», то есть дом рабо, э, 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 раболовства, где учат рыбачить. Он находился к северу-востоку на берегу Галилейского моря, то есть чуть-чуть выше. Если здесь... Капернаум, да, то есть, если вы так смотреть, да, он здесь учил, то чуть-чуть выше они должны были попасть вот сюда, на северо-восток, туда. Но буря их присвятовала Генисар. Что-то что за город. Мы его сейчас не, име, не, не, видим, но вы можете увидеть это в Иисуса Навина, и там называется как Хинереф. Хинереф, то есть Генисар, означает плодородная земля, густонаселенная равнина, к югу, к югу от Капернаума. Там, где сегодня, если будете ехать вот на юг туда от Капернаума, там же Твери, ты... Это... Дальше... они не были в Твери, потому что это было десятиградия, да? они еще ниже. Там цветущие поля, там бананы, там растят киви, все там, там просто земля, которая именно плодородная и благословенная. Видно, что буря была не слабая. Так что их присутствовало там, где они не хотели быть. От дома рыбаков к дому изобилия. Там происходило следующее. Что произошло там? 53 стих, я читаю дальше, я надеюсь, мы успеем все как нужно сделать. «И переправившись, прибыли в землю Генесерскую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тот час жители, узнав его, объезжали всю ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. Вы скажете, и тут после шторма страха, бед, ситуации, ужаса, которые ужас, который они пережили открылась возможно, из 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 возможность изобилия в служении. Чем я могу это объяснить? Маленькое чудо на пять тысяч мужчин, и написано, что они не понимали этого. Ишуа делает, говорит, «Мы, нам нужно поплыть, вы должны приплыть в дом рыбаков, да, в Сейду. Шторм начинается, а он знал, что там шторм будет. Этот шторм приводит их в другое место. От маленького чуда. Он приводит их в землю чудес. Где люди узнали, что он там, начали оббегали те поселения и несли больных. Они несли их. Он хотел показать ученикам, ученикам, что от изобилия, то есть от того чуда, которое вы пережили, и я вас послал в другое место, в шторме, вы это все не понимали, что происходит, вас привело к тому месту, где есть изобилие служения. Служение людям. Видеть то, что Бог, чему Бог вас призвал. Так бывает в нашей жизни. В ситуации, в которой вы находитесь, и есть большинство людей, которые, попав в ситуацию, которую мы прошли, находят новое служение и новое призвание. Да, мы пережили какое-то чудо. Да, прошли мы шторм, который нам не хочется проходить. И вдруг нас вместо одного места присвартовывает другое. И вопрос следующий. А мы готовы к этому служению? где будут носить больных, где будет процветания где будет изобилие? Готовы ли мы идти туда, куда Он ведет? Мой путь, ваш путь или нет? Когда мы попадаем в такие испытания, как ученики, мы можем даже не предполагать, что Богу угодно было при помощи бури и шторма пришортовать каждого из нас к служению, в котором мы сегодня можем процветать. Когда ученики Ишуа не хотели отплывать от места, где находились пять тысяч человек, по крайней мере, потому что это было удобно, Ишуа заставляет их отплыть, и через ужасы шторма они находят землю, в которой Бог проявляется. Просто задумайтесь в этой ситуации, в которой мы находимся – Наши ли пути? Пути Бога? И насколько мы открыты принимать эти пути сегодня? Насколько мы готовы? Насколько мы можем доверить Ему в Его путях для нашей жизни, для нашего государства? Сможем ли мы? Может, у нас есть своя цель? Может, и у Бога для нас есть своя цель? Возможно, нам Бог сказал делать одно, другое, третье, и мы этим горим. Может, даже показал исход этой войны. И Он предупреждает каждого из нас, чтобы мы были внимательны. Он принуждает нас сделать то, чего мы не хотим делать это называется ленью. От слова абсолютно не хотим делать. И при этом нас кошмарят каждый день эскандеры, фабы, самолеты, шахеды, наступления, провокации. Нам угрожает атомным оружием и катастрофами. И может казаться, нам завтра уже не настать. Но в этом кошмаре, в котором мы живем, он с нами. Он не пройдет мимо. И в этом кошмаре, я так верю, он пришвартует нас в страну, в место, к берегу, где есть плодородная земля. Успех. К земле, где мы с вами увидим чудеса. Восстановление нашей страны. Мы увидим процветание, где люди примут Бога и будут искать Его, потому что узнают, что Он там. Просто пос... У... увидьте это послание среди кошмара он нас пришвартует к победе, к восстановлению, и люди увидят и узнают, что это мог сделать только Бог. В твоей моей жизни. Они будут искать того Искупителя, кто спас нас, избавил нас, кто дал нам победу. Люди Украины узнают его и станут отдавать ему всю свою жизнь. Приносить больных, искалеченных, больных людей. И они будут видеть исцеление. И в какой бы области Украины не проповедовалось бы это Царство Божье, люди захотят к Нему прикоснуться. Как это было с Иисусом. А для нас, прошедших этот ад, увидеть, что происходит пробуждение, будет самым большим награждением, самым большим подарком увидеть, куда Он нас привел, к этой победе и наслаждаться перемогою. Последний стих этой же главы я почитаю, и мы сегодня приступим к хлебопреломлению. А куда не приходил Он? В селение ли, в города ли, в деревне ли? Клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя бы краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Задам еще один раз вопрос. Наш с вами шлях. Это его шлях. Если да, у нас есть зара той час, який мы можем помолиться, время, где мы можем открыть свое сердце и сказать: хочу доверить всю свою жизнь. У нас есть люди, у которых история жизни у которых шокируют. 90% этого мира. И я скажу, Наташа, спасибо, что ты остаешься верным. Андрей, вы остаетесь верными, потому что в этом каламбуре событий, тех штормов, которые вы проходили, вы знали, что Бог вас посылает туда, но вы не ожидали, что так оно будет больно, так оно будет тяжело, так оно будет несправедливо. Ты кричишь посреди всего этого шторма, орешь, и ты думаешь, что Бог проходит мимо, а Он зайдет в твою лодку и пришвартует тебя туда, где ты абсолютно не планировал быть. В землю, где он откроет тебе свое благоволение, ты видишь только чудес. Ты будешь участником его пробуждения.